Я Федоров Юрий Моисеевич. Я работаю слесарем КПА в центральном КИПе ПАО «Драгобуш». Работаю в лаборатории расходомерной. Мы занимаемся приборами, которые измеряют расход технологических средств на производство. Нам с цехов приносят приборы, и согласно графику мы занимаемся доведением до гарантированных заводом-изготовителем технических характеристик. Так как здесь самое крупное, самое солидное предприятие в районе – это ПАО «Драгобуш», ну, естественно, у меня появилось желание здесь работать. Я вообще занимался обслуживанием средств связи. Ну и самое такое родственное – киповские приборы. Пришлось постажироваться, поучиться, сдать, ну и потом работать. Пришел такой хороший, слаженный коллектив. То есть мне все помогали, все могли посоветовать. Я работаю на предприятии уже 10 лет. Конечно, у меня появился опыт, у меня появились знания. Очень важную роль сыграл наш мастер Музаев Геннадий Владимирович. Это человек, который мало того, что сам обладает обширными знаниями, но он еще обладает способностью передавать эти знания. И в результате, можно сказать, коллектив превращается в слаженную команду. Я, когда работаю, придерживаюсь правил, которые мне подсказали в самом начале моей работы. Они заключаются в том, чтобы не навредить. Киповские приборы, они же сложные технические устройства. То есть, если все работает, то достаточно довести его до определенного уровня и сдать. Не надо его заново перебирать, собирать. То есть вот такое вот правило. В настоящее время в основных цехах в связи с внедрением системы АСУ-ТП значительно обновился парк первичных приборов. К нам в лабораторию в основном поступают расходомеры фирмы Фоксборо США и Кагава Япония. Они обладают очень высокой надежностью, очень высокими характеристиками, ну и ремонтировать их приходится нечасто. В основном мы занимаемся ремонтом приборов отечественных, старых. Сапфиры, вторичные приборы А542, интеграторы, счетчики. Молодежи сейчас очень много, больше 50%. Молодым специалистам посоветую вникать в профессию, учиться, накапливать знания и работать. На предприятие регулярно, ежегодно приезжают представители вузов. Здесь прямо на предприятии есть возможность сдать экзамены, быть зачисленным. Ну и потом предприятие предоставляет возможность учиться. Главное качество человека в любой профессии – это получать удовлетворение от результатов своего труда. А чисто в киповской работе, конечно, здесь надо обладать усидчивостью.